Всем привет, с вами Ануар, и вы на канале Curative CG Компьютерная графика. В этом видео расскажу историю создания игры Counter-Strike. В конце 1990-х годов игровая индустрия переживала бурный рост. Множество игр выходили на рынок, и среди них была и Half-Life. Шутер от первого лица, разработанный компанией Valve. В 1999 году два студента Мин Ли и Джесс Клифф решили создать модификацию для Half-Life, которая была бы многопользовательской и ориентированной на командный геймплей. Так началась история Counter-Strike. Мин Ли и Джесс Клифф были студентами университета в Сиэтле. Они вдохновились другими многопользовательскими шутерами, такими как Quake и Team Fortress, и решили создать свою собственную модификацию. Counter-Strike известна своими короткими раундами, которые цепляют игроков и поддерживают напряжение. Экономическая система связана с заработком денег в зависимости от успеха в раундах. Игроки делятся на команды террористов и контртеррористов, каждый из которых выполняет свои задачи – разминирование бомбы, спасение заложников и так далее. Командное взаимодействие и координация играют очень ключевую роль. Counter-Strike быстро набрала популярность среди игроков, ее командный геймплей, реалистичное оружие и возможность играть онлайн с друзьями сделали ее хитом. Counter-Strike Condition Zero изначально задумывалась как новая часть популярного шутера Counter-Strike, который вырос из любительской модификации для игры Valve – Half-Life. Авторы модификации были приглашены в Valve, а сама модификация Counter-Strike, последняя версия 1.6, изданная в качестве самостоятельной коммерческой игры в 2000 году. В 2000 году Valve приобрела права на игру и начала активно поддерживать ее развитие. В 2000 году была выпущена доработанная версия Counter-Strike как самостоятельная игра. Она включала новые карты, улучшенную графику и более сбалансированный геймплей. Counter-Strike Source. Основной идеей разработчиков был перенес оригинальной игры Counter-Strike на новый игровой движок, не задевая игровую механику оригинала. Были переработаны хитбоксы, улучшен сетевой код и исправлены старые баги. Помимо этого, было увеличено вдвое до 64 максимально допустимое количество игроков на сервере. В игре используются более четкие текстуры, средний размер которой составляет 512 на 512 пикселей, а ранее было 128, а также более проработанные трехмерные модели за счет игры Half-Life 2. Широко используются возможности движка, связанные с зеркальным отражением у оружия. Снабженного оптическим прицелом, можно видеть окружающую обстановку. Новые возможности движка помогли сделать карты более детализированные. Появились валяющие на земле бутылки, пакеты, шины, на которые действует физика. Изменилась физика полет гранат, взрывов, а также их эффекты были изменены в сторону большего реализма. Counter-Strike Global Offensive появились новые режимы. Это Королевская битва, военные игры, гонка вооружений, уничтожение объекта, перелетные снайперы, бой насмерть, зачистка, напарники. Игра была выпущена в августе 2012 года для OS X, PlayStation 3, Windows, Xbox 360 и позднее для Linux. Игра стала одной из самых популярных киберспортивных дисциплин. Ее влияние на жанр мультиплеерных шутеров ощущается до сих пор. Разработка Counter-Strike 2 началась в марте 2010 года, спустя 11 лет после выпуска оригинального Counter-Strike. Официальный релиз состоялся 27 сентября 2023 года для Windows и Linux. CS2 заменила Counter-Strike Global Offensive в Steam. Новые механики включают объемную физику дыма, переработанную систему нагрузку оружия и другие улучшения. В Counter-Strike 2 используется движок Source 2, что приносит значительные технические улучшения по сравнению с Global Offensive. Counter-Strike 2 – это продолжение культовой серии, которая продолжает влиять на мир киберспорта. Counter-Strike остается культовой игрой, и ее история – это примерно того, как студенческий проект может превратиться в мировой хит. Спасибо, что досмотрели этот ролик. Если вам понравилось, не забудьте подписаться на мой канал и поставить лайк. Надеюсь, вам было интересно. Всем пока!